Всем привет! Сегодня будет маленький обзорчик. Это будет диванчик для Барби или подобных кукол. И брелочек, стручок горошком. Начну я с диванчика. Как видите, диванчик, в принципе, для Барби или для подобных кукол великоват немножко. Он больше подойдет вот для таких вот куколок маленьких. Что я могу сказать по поводу данного диванчика? У нас в России продается нечто подобное в магазинах. Стоит в районе 500 рублей. Лично для меня эта цена всегда казалась какой-то заоблачной. И первый вопрос у меня, конечно, посещал: за что? В тех диванчиках, которые продаются в России, он сделан из пластмассы из какой-то и обтянут тканью. Этот диванчик я вообще купила по акции, лично я, за 70 рублей. И сейчас у продавца, где я его покупала, он стоит 200 рублей, там 190 с чем-то. А я нашла еще диванчик, дам ссылочку, где такой диванчик все-таки подешевле, за 100 с небольшим. Он мягкий, здесь, то есть, губка вставлена, тут все мягкое, и к нему прилагаются две подушечки. То есть, вот это все мягкое. В принципе, для ребенка играть ребенку, я думаю, все равно. Но опять же говорю, по сравнению с нашими ценами российскими в магазинах игрушек, это просто халява. Просто халява. Поэтому у кого девчонки есть, играйте. Если кого-то заинтересовала вот такая кукла, кто не смотрел мои старые обзоры, вверху где-нибудь дам ссылочку на обзор вот таких вот кукол. Очень классные куклы. Ребенок с удовольствием в них играет. Ручки-ножки у них все крутятся, и у них 3D-глазки. Глазки, которые не нарисованы, а вставлены. И вот такой вот брелочек, стручок горошка. Очень прикольный брелочек для ребятни, особенно вообще для маленьких деток. Очень интересная забава. Я попросила любезно продавца, хотя он высылает случайный цвет, выслать мне зеленый горошек. Продавец согласился, продавцу плюс. Что в этом горошке? У него вот так вот вылезает рожица. То есть они все, в принципе, вылезают по очереди. Ну, так вот можно с ребятенком играть. Рожица, конечно, нарисована как попало. Но я думаю, что можно самому нарисовать рожицу. Ну, вот такая вот. То есть для развития мелкой моторики пальчиков для деток. Это, конечно, интересная забава, но сразу могу сказать, что деткам до 3 лет такую игрушку лучше не давать, потому что они обязательно эти горошки оттуда вырвут, обязательно засунут в нос, в рот и вообще в уши и куда угодно. Поэтому, мамочки, будьте осторожны, ну а те мамочки, у которых детки уже побольше, вот такая вот игрушка, и даже для успокоения нервов, и для развития мелкой моторики пальчиков очень хорошая штука, стоит вообще очень-очень недорого. Ссылочки есть внизу в описании. А тем, у кого есть Барби, а на носу у нас зима, и кто хочет шубку для своей Барби, в уголочке я добавлю видео, можно выбрать цвет шубки. Ссылочка внизу в описании. И если кто-то хочет ноутбук для своей Барби, тоже добавлю фотографию. Вот такой вот ноутбук. Тоже ссылочка есть в описании. Переходите, покупайте, упаковывайте своих Барби по полной программе. На этом сегодня все. Пока-пока.